Во вторник в Самарской области пасмурно и облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем от 3 до 8 тепла, ночью 0-3 градуса. Ветер восточный, южный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в дневное время плюс 5, ночью минус 1 градус. Ветер восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем 5 тепла, ночью 0 градусов. Южный ветер 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, днем плюс 4 градуса, ночью 3 с минусом. Ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.